Смотри-ка, еще работает. Твой контакт, парень по имени Фрэнк. Это мой торговый партнер из внешней зоны. Ему нужно в Казе Бастон. Встретишь его у выхода из метро на Парк-стрит, прямо у Капитолия. Вот его виза и бумаги для Казы классно сделаны, да? Осторожней там, внизу. Мои люди видели много щелкунов и сталкеров. Где его черти носит? Уже 2 часа тут торчу, как идиот. А в тени вроде бы что-то двигалось. Такое чувство, что сталкеры вот-вот нападут. Ладно, даю ему еще 15 минут, а потом ухожу. Только не оставляй меня тут! Не высовывайся. Внизу? Просто тупик. Там лестница. Может пригодиться. Залезай. Чего? Элли. Ладно, ладно. Осторожней. Спокойно. Так, и теперь скорее отсюда. Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину.
Окей. Ну все, пошли. Нам туда. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты! Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Как всегда. Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Ого, смотри! Дерьмо. И здесь не пройдешь. Ты это видел? Нести. Переходите провалы по доскам. Нести. 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 Так-то лучше. Нести. Это ты, Билл?
Где вы встречались? А? Когда как? Ты здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Что такое? Твою мать! Требуется заточка. Если вас схватил щелкун, вы можете спастись, ударив... Модифицированное холодное оружие позволяет убивать врагов с одного удара, однако его прочность ограничена. Доступна инструкция. Модификация холодного оружия. Для просмотра нажмите кнопка сенсорной панели. Точка. Параметры. Доступно обучение. Что такое? Сюда. Кирпич. Один. Кирпич. Один. 9-миллиметровый пистолет. Патроны для пистолета. 6. В магазине. 7. В резерве. Охотничья винтовка. Бутылка. Один. Стой тут. Охотничья винтовка. Охотничья винтовка. Винтовочные патроны. Один. В магазине. 5. В резерве. 9-миллиметровый пистолет. Патроны для пистолета. 9-миллиметровый пистолет. Патроны для пистолета. 6. В магазине. 7. В резерве.
нужна целая заточка. Чтобы открыть такую дверь, нужна одна заточка. Изготовьте ее, нажав кнопку сенсорной панели. Изготовление. Аптечка. Можно изготовить коктейль мол заточки. Можно изготовить. Требования инструкции. Крепеж. И вы получили заточки. Запятая. Один. Эли. Точка. Вы получили заточку. Использовать заточку. Вот так. Есть. У вас есть добавки 20. Чтобы открыть меню модификаций, нажмите кнопку сенсорной панели. Точка. Помогите Элли перебраться через забор, чтобы она открыла ворота. А, черт, закрыто с другой стороны. Подсади меня. Помогите Элли перебраться через забор, чтобы она открыла идея. Ворота. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Ладно. Вставай. Только открой, и все. Ладно. Тише. Да. Попробуем. Ну вот. Та-дам! Молодец. Спасибо. Бутылка. 1,9 миллилитровый пистолет. Допустим, твой приятель даст нам машину. 6. А потом? 7. Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Уведомление о принудительной эвакуации. Следуя по маршруту эвакуации, выполняйте указания представителей власти. Надпись «Маршрут эвакуации» внутри стрелки влево. Сборный пункт для эвакуируемых организован по адресу. Старшая школа Линкольна. Музыкальный магазин «Маркиз». Ух ты! Ну и местечко! Эти чертовы зараженные подобрались почти к самой церкви. Похоже, придется еще раз проверить все слабые места периметра. Девятимиллиметровый пистолет. Револьвер. В смысле? Патроны для револьвера. Ну, здесь только музыки. 12. И никто ее не слушает. Это как-то неправильно. Параметры. Фоторежим. Разное. Обучение. Сохранение. Кноп. Новые игровые данные. Создание новой сохраненной игры на основе текущего автосохранения. Параметры.